Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Оборотень. Сериал крутится вокруг молодого игрока в лакросс по имени Скотт МакКол. Однажды ночью он блуждал по лесу в поисках трупа и подвергся нападению оборотня. Ему удалось убежать, получив лишь небольшой укус, но чуть позднее он начал замечать некоторые изменения в себе. Ривердейл. Сериал расскажет о жизни и приключениях жизнерадостного и никогда не унывающего подростка Арчи Эндрюса, а также Бетти Купер, Вероники Лодж и их друзей из Ривердейла. Действие разворачивается в современном мире, а главные герои решают исследовать сокрытую от посторонних сторону жизни маленького мирного городка со всеми его странностями и темными тайнами, прячущимися за праздничным фасадом. Любовь похожа на прошедший дождь. Когда-то Акира Татибана серьезно занималась легкой атлетикой, но была вынуждена оставить спорт из-за травмы. Теперь жизнь старшеклассницы вращается вокруг школы и подработки официанткой в ресторане. Еще у девушки есть секрет. Она влюблена в менеджера ресторана, разведенного 45-летнего мужчину, у которого есть сын. Легкий как перышко. Компания девочек-подростков
связывается с темными силами, когда начинает играть в мистическую игру, легкий как перышко, твердый как дерево. Получая зловещие предсказания, они начинают сталкиваться со сверхъестественными последствиями игры, и вскоре одна за другой умирают, именно так, как было предсказано. «Малышка». Сериал рассказывает о непростом периоде взросления нескольких римских подростков. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!